Кто у нас хороший мальчик? Хочешь мяч? Хочешь? Хватай его! У нас вышло, сын. Кошмар наконец-то закончился. Шоу «Цианид и счастье» переведено и озвучено сообществом ВКонтакте «ТО друзей». Эпизод 10. Эпизод шмепизод. Приключения Ланка. Ланк! Ланк! Проснись! Проснись! Ланк! Принцесса! Ланг, принцесса исчезла! Нам нужна твоя помощь! Самое мудрое дерево зовет тебя! Иди к нему! Ланг, принцессу держат в замке! Штормовой шип! Не только кто-то храбрый и умный, как ты, может ее спасти! Вот почему я дарую тебе щит героя! Это рискованное задание, Ланг. Поэтому ты получишь мой подарок. В твоем сердце есть доблесть и чистота, которые могут быть лишь у настоящего героя. Поэтому лишь тебе я... Эй, Ланг, смотри! Меч! Ох, да, этот меч. Говорят, легендарный меч... повидавший многие поколения героев, можно найти за тем ущельем. Однако тебе понадобится вот такой крюк, чтобы туда попасть. Ты можешь взять мой, но мне от тебя кое-что нужно. Видишь ли, моя дочь очень больна. Мне нужно, чтобы кто-то залез на старый... Ладно, бери, он твой. Ну, ладно, Ланг. Вытащи меч из камня. Нет, Ланг. Меч. Вытащи меч из... Нет. Нет, Ланг. Вытащи его, вытащи. О, спасибо, Ланг. Я уже начал думать, что ты меня тут... Отлично, Ланг. А теперь мы отправимся по длинному и трудному пути к замку Штормовой Шип. Сначала мы должны преодолеть... Сначала мы должны... Ланг. Ланг. Я пытаюсь... Ланг. Ланг, слушай! Здравствуй, Ланг. Я волшебная фея озера. И я... Ну, здравствуй, Ланг.
Добро пожаловать в замок Штормовой Шип. Меня зовут Штормовой Шип, и я... У тебя вышло! Ты победил злого босса! А теперь поторопись и спаси принцессу! Но берегись острых ловушек и... Утречка! Окей, я буду тут, если что. О, Ланг, ты здесь! Ты спас меня! Ты завершил свои поиски! Молодчина! Знаешь, что это значит, Ланг? Это значит, что ты герой! Ты герой, Ланг! Спасибо, принцесса! Продается. Человек-улитка. Мне очень жаль, но мы ничего не можем поделать. Что? Но он же еще жив! Простите. Но я имела в виду, что мы ничего не собираемся делать. Я боюсь, что ваш муж в коме, и он никогда не проснется. Мы можем хоть что-нибудь сделать. Ну, есть кое-что. Мы можем отключить аппарат, его страдания, облегчить переход в следующую жизнь. Хорошо. Стойте! Смотрите! Надежда. Вау! Это знак! Воистину, кажется, это совершенно великолепный случай. Особенный. Это Чип Чапли на прямом включении из больницы. Скажите, доктор, когда вы узнали о вашем восьминогом писателе? Вчера. Вчера. Поистине чудесно. И где происходить чудесам, как не в больнице? Чудеса? Да пошел ты, я тут горбачусь. Подушка. Что это значит? Подушка? Перья? Ангел? Ангел-хранитель? Давайте сменим подушку на всякий случай. Я сейчас займусь. Дерьмоцикл. Нигер. Нам нужно прибить этого паука. Ага. Этому пришел конец. Так, на чем мы остановились? А, точно! Пришло время завершить его. Он уже мертв. Мне, наверное, стоит... Ёбаные пауки! Козлиный анал, жопа, джем, тост, сосать, моча, свалка, мясо! Шлюха, пинус, шары, рыгать, нога, локоть, сосисон! Какахи, не! Лизать, моча, вытащи, синяк!
прошу всех отойти! Но мой сын там! Я сказал назад! Сэр, вы видели что-нибудь подобное? Однажды во Вьетнаме. Но это были цикады. Сэр, взрывчатка заложена и подключена! Взорвем этого ублюдка! 3, 2... Погодите, смотрите! Прощение. А ну-ка, нет! Нет, 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 нет. У нас получилось! Все наконец-то закончилось! Ну, наконец-то! А ведь мы... Стоп! Нет! До свидос, сучки! Нет! 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 Вот этот чувак сверху слева говорит, что следующая серия будет последняя в этом сезоне. Но в этой серии у него будет что-то такое интересное, что он объявит в ней. В общем, ждем, ребята, ждем. Да, спасибо за просмотр. Watch out for spiders.